Центр специального образования открыл свои двери для особенных мальчишек и девчонок в Костанайской области. Это первая в регионе организация подобного типа. Курсы педагогической реабилитации здесь будут проходить дети до 18 лет из всех районов. Есть стационарный блок на 50 мест. Также работает коррекционная школа, где знания получают 218 особенных учеников. Артем Грапов расскажет подробнее. Никита Нестеров в Центр специального образования приезжает из Кустанайского района. Ему 12 лет, у него детский церебральный паралич. Специалисты-дефектологи занимаются с Никитой по несколько часов, а раньше с мальчиком работали дома. Ребенок постоянно у нас находился дома, никуда не ходил. А вот сейчас открылся этот реабилитационный центр. Ему здесь очень нравится. Очень, он прям домой ни в какую не хочет уходить. Для каждого ребенка разрабатывается своя программа. Продолжительность курсов тоже индивидуальна. Некоторым для корректировки хватает пары недель, а кому-то нужны месяцы. В центре работают 80 специалистов. В основном это дефектологи. Кабинеты укомплектованы всем необходимым оборудованием. В этом же здании располагается коррекционная школа. Ребенок начинает этот процесс реабилитации с психолого-медико-педагогической комиссии, где специалисты выставляют диагноз и дают рекомендации, где должен ребенок, как должен корректировать свои недуги, скажем, да. Он приезжает сюда на реабилитацию, в центр реабилитации, но благодаря тому, что в этом же здании находится специальная коррекционная школа, ребенок будет не оторван от образовательного процесса. То есть он здесь, проходя реабилитацию, будет обучаться в этой школе. В Кустанайской области более 10 тысяч особенных детей. Для них работают 4 психолого-медико-педагогических комиссии, 6 специальных коррекционных школ и 12 кабинетов коррекции. Кстати, со следующего года эту сеть начнут расширять. Спецкабинеты появятся в Рудном, Аркалыке и в Карасузском районе. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг, Хабар, Кустанай.